пошли в народ, причем к его прекрасной половине. Телеведущие и журналисты Новгородского областного телевидения вышли сегодня с цветами на улицу, чтобы поздравить женщин с наступающим праздником. Как же приятно обнимать первые праздничные лучики. Надо же, целая гора тюльпанчиков, и все мое, все такое красивое. Ой, Люсь, спасибо, что поддержала. В смысле? А как же я? Эх вы, тюльпанчики! С довольными и непринужденными лицами коллеги-мужчины куда-то намылились с цветами. Целая корзина женского счастья уплыла прямо из-под носа. Остается только надеяться, что ради благой цели. Посмотрим, что они задумали. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you. Оказывается, все довольно просто. Сильная половина НТ накануне праздника создает весеннее настроение для случайных прохожих. Русское областное телевидение поздравляет вас с 8 марта. Желает всего замечательного, доброго. Спасибо огромное. Примите, да, от нас спасибо. Вот такой вот небольшой букет. Спасибо, что смотрите. А ведь ради таких слов не жалко ни тюльпанов, ни мужского внимания. Глаза девушек горят, а букеты расходятся, как горячие пирожки. Мне кажется, всем очень приятно и важно получать подарки. Это, я не знаю, как даже сказать. Очень приятно, в общем. А какие ваши любимые цветы, Антонина? Цветы все любимые. Тюльпанчики, хризантемы очень люблю. Ох уж эти тюльпанчики. Таких лучезарных женских лиц мы давно не встречали на улицах города. Перед праздничным дядей Вовой млели и молодые, и зрелые представительницы прекрасного пола. Видите, да, дядя Вова. О, дядя Вова, я вас знаю. Это уж никуда не девайте. Это вам лично вам. Итого килограммов 5 цветов, трое джентльменов, 10 минут времени и солнечная погода на улице обеспечена. Быть может и настоящая весна от этого наступит поскорее. А если даже и не сразу, то вот праздник уже точно на пороге. Людмила Александрова, Петр Самусов, новости Новгородское областное телевидение.